Война закончилась, но жить легче не стало. Послевоенные лишения и одиночество русских женщин стали лейтмотивом хореографического спектакля «Придет день» театра танца Эльвиры Первовой «Скрим». Постановка, посвященная Дню Великой Победы, прошла на сцене Дома культуры «Нефтяник». Спектакль уникален тем, что он о послевоенном времени, а об этом времени говорят мало. Вот. И о том тяжелом времени, когда женщины остались одни, многие. И вот то время, когда приходилось снова начинать жизнь снова, вроде бы здорово, война закончилась, да, жизнь налаживается, но налаживалась она очень долго. И было действительно тяжелое, голодное, трудное время. Истории простых русских женщин исполняются в стиле contemporary. 8 образов главных героинь навеяны прозой Валентина Распутина. У нас есть дуэтные части, где очень тяжелый партнеринг. Именно тяжелые поддержки, тяжелое движение. Не вот танцующая легкая, а наша задача была не танцевать. А показать, как рабочие женщины только в танце и молчаливые сцены особенно. Молчаливые сцены – это про нас, потому что мы же без слов это все делаем. И когда в молчании на самом деле скрывается сила. Выступление прошло при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События.